Приветствую вас, мои дорогие зрители, на связи Яна Федорова. Сегодня покажу вам очень простой способ, как можно легко избавиться от комнатных мушек на рассаде и домашних цветах. Для этого очень хорошо подходит препарат Гром-2. Он как раз именно для того и создан, чтобы избавиться от комнатных мушек и муравьев. Здесь находится такой мелкий порошок. И вот так аккуратненько просто рассыпаю по поверхности почвы. Вот гранулки на цветах или на рассаде, если заводятся комнатные мушки, вот буквально по чуть-чуть. Вот и все. Мушки пропадают не сразу, примерно где-то день на третий. Вот через 3 дня уже не будет абсолютно никаких мушек. Вот и все, обработка закончена. Когда нужно поливать растения, просто поливаем, как обычно, не боимся. Через некоторое время, примерно где-то дней через 10 или недельки 2, гранулки начнут растворяться и постепенно со временем впитываться в почву, так что потом их уже на поверхности будет не видно. Но зато весь земляной ком будет пропитан этим препаратом. И это защитит растения от комнатных мушек и от других насекомых. Если у вас не получается избавиться от комнатных мушек с помощью каких-либо народных средств, то тогда используйте препарат Гром-2. Это очень поможет. Но здесь нужно быть осторожным, поскольку Гром-2 создан на основе дуста, а это, как известно, токсичное вещество. Так что если есть в доме дети или домашние животные, нужно ограничить доступ к обработанным растениям хотя бы на первые 2 недели. Вот так, дорогие мои зрители. Надеюсь, вы узнали что-то полезное и новое для себя. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Желаю вам удачи в вашем цветочном творчестве.